здесь назад не смотрю. Пойди с удостоверение, пожалуйста, Степан. Откуда? Это который проверяет, техническое состояние. Чтобы снизить аварийность на дорогах Самарской области, инспекторы ГИБДД проверяют грузовой и пассажирский транспорт на наличие неисправностей. В зимних условиях важны крепкое сцепление колес с дорогой, хорошая видимость транспортного средства для других участников движения. Сотрудники полиции внимательно осматривают световые приборы автобусов и грузовиков и проверяют, совпадает ли рисунок протектора шин, которые установлены на одной оси. Кроме того, у водителя в обязательном порядке должен быть с собой заправленный огнетушитель, аптечка и знак аварийной остановки. Останавливаем, выявляем технические неисправности транспортных средств. Значит, контролируем режим работы труда и отдыха водителей. При проверке документов у водителя проверяем наличие водительского удостоверения, свидетельство о регистрации, страховой полис. Если машина принадлежит юридическому лицу, либо осуществляется перевозка груза или пассажира, соответственно, путевая документация. В случае выявления неисправности инспектор выносит постановление по статье 12.5, часть 1 Кодекса об административных правонарушениях. Размер штрафа в таком случае составляет 500 рублей. Если транспортное средство принадлежит организации, тогда к ответственности привлекут и должностных лиц, которые допустили грузовик или автобус к эксплуатации. В таком случае штраф составит от 5 до 8 тысяч. За отсутствие прибора, который контролирует режим труда и отдыха водителей, предусмотрен штраф 3000 рублей. От 25 до 50 тысяч для юридических лиц. Инспекторы следят, чтобы водители не использовали чужие карточки в тахографе. Для этого они просят провести распечатку параметров работы и сверяют данные с водительским удостоверением. Не пропускают мимо и автомобили с нечитаемыми регистрационными знаками. Технически исправный автомобиль – залог безопасности на дороге. Так считает водитель грузовика Дмитрий Левкин. За рулем большегруза уже 6 лет. Рассказывает, что находит в такой работе свою романтику. Инспекторы ДПС останавливают его нечасто. В этом году это первая встреча с ГИБДД. Никаких замечаний у сотрудников полиции не возникло. У Дмитрия все хорошо с документами и полностью исправный автомобиль. По словам водителя, самое важное, чтобы машина была в порядке. Ну, это очень важно. Ну как? А если у тебя резина там плохая, вдруг она стрельнет, не удержишь. Если там машина 9 и 10 тонн, 20 тонн, можешь не удержать зимой. Всякое может быть. Конечно, это очень важно, чтобы технический автомобиль был исправен. Ну, я всегда езжу по правилам, никаких правил не нарушаю. У нас по-другому в компании нельзя. То есть тебя и механик не выпустит, и все строго очень. За время рейда самарские инспекторы технического надзора ГИБДД выявили 34 нарушителя. 21 из них управлял неисправными транспортными средствами. Двое водителей работали без тахографа, а 11 человек нарушили правила перевозки грузов. Максим Магомедов, Николай Сидоров, события.